Всем привет, меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. Сегодня я расскажу, почему нельзя просто взять и поменять щетки. На этом нельзя останавливаться. Многие часто приходят и говорят, мне просто щеточки поменять и все. Вот для примера отбойный молоток. Это отбойный молоток HM1203. Щетки, как видите, 175-е отстрелили, потому что у них есть автоотключение. И я его разобрал, чтобы вам показать, почему просто щетки поменять нельзя. Первое, что, во-первых, здесь выработка на роторе не совсем такая ровная получилась почему-то. И когда ставишь новые щетки, на малых оборотах нормально, а на высоких оборотах роторы скрипят. То есть ламели нужно как минимум проточить. Но даже если у вас все нормально и протачивать не надо, то есть он не искрит, смотрим состояние смазки. Во-первых, вся смазка вот отсюда, ее уже нету. Как минимум ее хотя бы нужно добавить. А лучше старую всю вытереть, потому что она вот она вся на цилиндре, внутри цилиндра. Как минимум нужно ее, эту смазку старую, она уже все отработана, видите ее цвет. Ее нужно удалить и заложить новую. И помимо этого, необходимо также поменять прокладки. Да, вот здесь, если посмотреть, они еще как бы более-менее. Но видите, там алюминиевые такие вкрапления металлические. Именно вот эти металлические штуки, они начнут еще быстрее стирать эти прокладки. То есть это тоже надо все вытереть и желательно заменить прокладки. Потом вот здесь мы смотрим. Да, она вроде бы еще нормальная, но у нее уже есть подтертость. И, к примеру, вы поменяете щеточки, они отработают еще где-то в половину. Прокладка эта сотрется, резиночка. И когда она сотрется, она начнет проскакивать, ударит вот этот груз по поршню. И сломается шатун. А после второй замены щеток, скорее всего, нужно будет поменять еще и все подшипники. Более того, это я вам не сам придумал. Это все указано в инструкции по ремонту. Вот видите, вот я вам сейчас перевод показываю. Программа технического обслуживания. При замене угольной щетки рекомендуется одновременно заменять следующие детали для увеличения срока службы машины. И обязательно нанесите смазку. И вот здесь все нарисовано. То есть менять нужно абсолютно все резиночки, все прокладки. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. I want my Makita back.